Всем привет, друзья! В сегодняшнем ролике хочу рассказать про свою бензиновую косилку, которая отработала и отслужила мне 8 лет. 7 лет я откосил этой косилкой, вообще никаких проблем не было. Вот как я ее купил, начал косить, вообще никуда не лез, ничего с ней не делал. И так она проработала стабильно 7 лет. Участок у меня около гектара. Обкашивал я этой косилкой от травки, которую надо подкосить, которая растет возле двора, так и сорняки на огороде. Огорода у меня 60 соток, и по осени там толстые сорняки. Косил железным ножом, то есть косилка работала с весны до поздней осени, то есть она была в ходу, отработала очень-очень много часов. Не так, что там два раза коснула, она стояла, нет, она отработала очень много. И вот сейчас у меня с ней появились проблемы. Сейчас я вам продемонстрирую, какие. Как вы видите, косилка заводится нормально, но это она сейчас холодная. Завелась, ну, три раза дернула, она завелась. Надо, конечно, заводить с закрытой заслонкой, но я завел, как видите, даже с открытой. То есть заводится она отлично, но она глохнет, когда нажимаешь на курок газа. То есть добавляешь газа, она теряет обороты и глохнет. То есть тяги в косилке нет. В чем же причина? Фильтр у меня здесь в прошлом году я заменил. Стоит новый фильтр, новые вот эти трубочки. Также при замене фильтра я отвез косилку в мастерскую. Мне поставили новый карбюратор. Поставили новый карбюратор. Когда я забрал косилку с ремонта, она работала нормально. Но потом упали у меня вот так обороты. Я подумал, что проблема в карбюраторе, так как вытянул фильтр, он абсолютно чистый, новые трубочки тоже. Такое бывает при случаях, когда сапун в крышечке забит и не может тянуть через бак воздух, и плохая подача горючего через карбюратор. Но здесь все хорошо, все чисто, проблема не в этом. Даже я фильтр открутил. Вот здесь он тоже, в принципе, все нормально с ним. Сейчас я вам покажу. Фильтр чистенький, без фильтра. Ну а когда при работе, как видите, бензин кидает сюда через фильтр. Далее что я сделал? Снял карбюратор, тот новый, посмотрел его, разобрал. В нем тоже все чисто, нет никаких соринок. Тут вот снизу снимается, выкручивается, я все раскрутил. Здесь, ну, в карбюраторе полностью все чисто, все зиклеры целые. Ну и я поставил назад новый карбюратор, начал заводить, она работает так же само. Я решил, вдруг что-то с карбюратором, вдруг он поставлен мне какой-то бракованный, я решил поставить старый. Кинул старый, на старом даже карбюраторе стало лучше заводиться, потому что на новом заводилось очень плохо. На старом сейчас заводится хорошо, но тяги все-таки нет. В чем причина, не знаю. Свеча, тоже выкрутил свечу, она нормальная. Возможно, еще как вариант остается, это то, что забилась выхлопная труба. Надо ее снимать, почистить. Ну, здесь сделали, конечно, чуть-чуть по-дебильному. Надо вот эту крышку, чтобы снять, разобрать пол косилки. То есть надо и вот эту открутить, крышку, потом все это снять. В общем, чтобы добраться до выхлопной трубы, надо реально разобрать пол косилки. Ну и сейчас у меня остается вариант, это разобрать, снять выхлопную, посмотреть, если там все в порядок, то я думаю, что проблема уже, наверное, в поршневой. То есть уже это поршневая, поршень, кольца,
что там может быть. Эта косилочка, то есть и, ну, и поршневая система свое отработала. Поэтому либо замена поршневой сдавать ремонт, но там цена, конечно, будет серьезная. Если сейчас на сегодня китайская косилка, замена поршневой стоит 1500 гривен. А на Алко сюда поршневая будет 1003 гривен. И чтобы вы понимали, новую косилку сейчас китайскую неплохого качества можно взять по акции, где-то найти в интернете, в каком-то магазине строительном или в таком, как Новая Линия, Эпицентр, можно взять от 3 до 3500 гривен. И вот у меня дилемма, что же делать, если проблема не в выхлопной, а проблема в поршневой, что мне лучше сделать? Менять поршневую тут, и неизвестно, с какого качества ее поставят мне, будет хорошая поршневая или нехорошая, отслужит ли она столько времени, сколько отслужила эта косилка. Либо же купить китайскую косилку, такую в районе 3000, которая вроде как и надежная, и у людей работает, ну, я тоже знаю, вот, что по 4, по 5 лет отработали, и все нормально с этими косилками. Так что подскажите в комментариях, как бы вы поступили, ремонтировали вы косилку Алко или нет, чтобы мне принять решение, что делать с этой косилкой. Ремонтировать, либо же ее, ну, отложить, где-то положить в сарай, пусть лежит, возможно, в будущем, как запасной, отремонтировать и купить новую. Что бы вы мне посоветовали? Вообще про косилку Алко хочу оставить хороший отзыв. Вот у меня модель называется BSBC4535-2S. Хорошая очень такая косилочка, отработала она меня, как я говорю, 7 лет без проблем, и полсезона 8 года я откосил все с ней хорошо. На ней вот такая ручка, фиксируется кнопка, кто любит косить, и что очень удобно, разбирается штанга вот эта, раскручивается на две части, снимается. Здесь все родное, родная катушка на ней стоит. 8 лет отработала, ну только вот счесалась снизу и все. Крышка тоже вот эта родная, защитный кожух вот этот. Ну вот треснула, так камнем ударила. Ну так косилка вообще надежная, супер. Свечу, кстати, тоже менял, ничего не дало. А вот выхлопной, возможно, и есть проблема. Будем искать. Поэтому, друзья, подсказывайте, в чем еще может быть причина. И жду ваших комментариев. Всем пока.